Приветствую вас. Во-первых, профессиональные психологи никогда не дадут советов. Профессиональная психотерапия исключает советы, иначе она ничем не отличается от общения с друзьями, подругами и прочее. Это первое. То есть, как бы учтите вот этот момент, что психотерапия не дает советов. Вот. Вообще не дает советов. Дальше. Стоит ли ругать мужа за то, что он скупой? Нет, не стоит, потому что он такой, у него такая черта характера, вам его нужно принять, безусловно, таким, как он есть, либо с ним разойтись. Потому что человек, он как бы не изменится, скорее всего, если у него не будет у самого такого желания. Если у него у самого не будет желания измениться, он сам, скорее всего, не изменится. Это первое. Это второе. Значит, как поступить? Вот определить для себя, принимаете ли вы своего мужа безусловно или нет. Если не принимаете, то расходитесь. Если принимаете, то все здорово. Значит, как жить мирно? Ну, собственно, вот через принятие его особенностей и через распределение того, что может он сделать, и того, что не может делать. Того, что вы можете делать и что вы не можете делать. Вот. Через, например, семейную психотерапию, на которую вы можете записаться. Хотя бы на нашем сайте. Так вот, Катя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.